горжусь тем, что я не изменил ни своей пионерской клятве, ни партийному билету, ни воинской присяге. К 80-летию Геннадия Зюганова. Преимущество это место, знаете какое? Все оппоненты как на ладони. Сколько работаю в Государственной Думе, столько его и знаю. Где-то он будет просто как танк настаивать на своем. Идея справедливости и социализма была выстроена нашей тысячелетней культурой. Она спасла мир от фашизма. Она позволила нам стать самой космической и самой храброй державой. Геннадий Андреевич Зюганов, он последователен, принципиален в своих позициях, своих оценок, никогда их не скрывал. Солидарность – это главное оружие, а нам сейчас надо обязательно победить. Он выстоял, он сохранился и как политик, и как душевный человек. Эпоха исчезает, а он остается. «Правда Зюганова. Премьера. Сегодня в 23:20 на канале «Россия».